знаменитый водопад Дудхсагар, пятый по величине в мире, переводится как «молочный океан». Легенда рассказывает о том, что когда-то здесь купались дочери царя, но рядом за ними старались всегда наблюдать мужчины. И вот девушки попросили богов, чтобы они в эту воду вылили немного молока, чтобы их наготу не было видно. С тех пор этот водопад стал молочным. Водопад Дудхсагар находится на границе штатов Гоа и Карнатаки. И высота его 600 метров. Прямо посредине водопада проходит железная дорога, по которой до сих пор ездят небольшие поезда. Возле водопада Дудхсагар живут очень много любознательных обезьян. И туристы же, конечно, не обижают их своим вниманием. Collect for it.